Калининградский ордена Трудового Красного Знамени морской рыбный порт. Повышение производительности труда, более эффективное использование судов – вот задачи, которые решают портовики сегодня. Долгие годы перегрузка в трюмах судов и загрузка вагонов производились вручную. Калининградцы успешно внедрили новую технологию погрузочных работ с помощью электропогрузчиков, оборудованных специальными захватами. Новая технология перевозки грузов пакетами почти полностью избавляет от тяжелой работы матросов и грузчиков, повышает производительность труда в 2,5 раза. Эксперимент доказал возможность применения электропогрузчиков в трюмах транспортов и в условиях промысла. Новая технология значительно ускоряет обработку судов и сокращает простои. Одна только Калининградская база рефрижераторного флота, по самым скромным подсчетам, даст более 1 000 000 рублей экономии в год.